дорогие наши подписчики. Мы предлагаем вам посетить наш мастер-класс. Итак, начнем с первого движения, которое мы часто употребляем в танце кумыкском. Например, волна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо. Следующее движение. Это проходка в диагональ туда и обратно. С поворотом, с элементом поворота вокруг себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону также. Пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо большое. Третьим движением, элементом нашего танца будет перемещение с одной стороны с вращением, потом в другую сторону. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дорогие подписчики, мы предлагаем вам вместе с нами изучить какие-то элементы и станцевать маленький танец вместе с нами. Прошу наших музыкантов нам помочь в этом. Поехали! И... Следующее движение, которое мы будем делать, это будет движение с выбросом ноги. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Раз, два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. И... Спасибо. Еще один поворот. Очень традиционный и характерный. Это два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И еще несколько движений, которые мы используем в весне. Это поворот. Один поворот. Открыли.
Повторим еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Попрошу наших музыкантов сопроводить наше движение, комплекс наших движений в танце. Поехали. И... Руки вверх до третьей позиции, раскрываю их во вторую, и все, поехали. Раз, и два, три, пять, шесть, семь, два, три, раз, два. Типа такого. Поехали. Еще раз. И раз, два, три, раз, два, три. Добрые музыканты, сыграйте нам, пожалуйста, даргинскую мелодию. Мы вместе с вами станцуем танец. Поехали! И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
с выбросом ноги в сторону. Раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и четыре, и раз, и два, и четыре, и два, и три, и четыре, и... Спасибо. Можно полить немножечко? Ну, а следующим движением, наверное, еще. Поворотики, традиционные поворотики. Два, три. С хлопком и пристукиваем ноги. И в другую сторону. Три, четыре. И в эту сторону. Четыре, пять, шесть, восемь. Еще раз. Раз, два, три. По сторонам света. Три. Предлагаю девочкам отдохнуть, а музыкантам сыграть красивую мелодию. 7, 8. Спасибо. И, конечно же, традиционная лакская гасма. Озорная, классная. Делаем 4 одинаковых гасмы, а потом увеличиваем наше. А? Ваня, я поняла, что вы... Поехали. Веревочку, одинарную веревочку с вытянутой ручкой и гордым лицом. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пошли. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, спасибо. И выбросы, наверное, тоже будем делать. Какие мы обычно делаем? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. И с открытыми руками. 5, 6, 7, 8. Поехали. И 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. И открыли руку. 4, 5, 6, 7, 8.
всех движений. Это была у нас прямая ковырялка. Потом идет у нас веревочка и выброс с открытыми руками, большими руками, как мы их называем. Будьте добры, музыканты, сыграйте нам, пожалуйста. И... Спасибо, что вы были с нами, а мы живем ради вас и для вас. Пока!